У меня все вилки, ядрен батон. Все вилки. Хрен знает как. Понимаете? Беда. Сюда. Так. Сейчас мы найдем конец. Или начало. Отковыряем. Это в горяченькое надо ложить, чтобы маленько таял. Так будет вкуснее. Ох, зараза, как вкусно. С краешку. Это тает. О, зараза, вкусно. Как такой вилкой жрать, не понимаю. Вот. Так, оп. Как хорошо, а? Зараза. Так вкусненько. Ой, голова у меня прошла. Пойду сейчас конюшню чистить. Надо. А какой сложный здесь? Пипец. Надо в этот идти, в магазин. За вилками. Сейчас мимо проходили за рынка, что-то не зашла я. Зайти надо, купить вилок. А у него здесь друг работает, у этого, моего-то, тогдашнего-то. Дом строит, напротив. Халтура. Ну, я к нему ходил сегодня. Я же сказала, что дети дома. А в окошко побрякал. Конфеток передал. 5 штучек. Ну-ну, говорю. Или так, для проверки связи. Потом мне кто-то говорит, он говорит, пока своего не добьется, он не отстанет. Чего не добьется? Прямо. А вас, комментаторы, кто любит покомментировать, сидя жопой на диване, базар фильтруйте. Не надо обижать никакую национальность. А то вы так прямо там пишете за нации. Трындец. Вы сами-то кто? И кем вы вообще являетесь? Судя по тому, как вы пишете, вы не стали нисколько их лучше. А они, да. Они, получается, будут лучше. Может, они себе такого не позволяют писать. Выводы делайте. Прежде чем кого-то оскорблять. А то понаписали.
У меня только из тарелки вываливается, зараза. Ядрёна вошь. Завтра, послезавтра. Чеснок посажу зимний. Завтра или послезавтра. Чеснок зимний, грядку одну посажу и все, больше не буду. Так-то бы можно было бы и побольше. Ты там занималась? Сабрин, кошки открой, жопа замерзла, орет. Мило вроде. Мила? А, корова пришла, лысая. Замерзла. Мяукает. Пустите, я, говорит, посрала. Сейчас тебе тоже положу поесть. А то я положила, Васька пришел вовремя. Все скушал. Обалдеть. Сейчас поела. 15 минут надо отдохнуть. Полежать немножко. Подумать, поразмышлять. О том, о сём подумать. А потом уже, когда все укладется там по полочкам, где на сегодня посрать, где на завтра. Сколько раз. Вот. И можно идти чистить какашки в поросятник. Сначала надо отдохнуть. Обязательно. Обязательно. Гречев не попал. Это.